Сегодня 1 апреля. В день смеха самое время присмотреться к запястьям тех, кто смешит нас даже в самые трудные времена. All Time представляет часы именитых российских юмористов. Гарик Мартиросян. Гарик Юрьевич – один из основоположников Comedy Club на ТНТ. Креативный продюсер и ведущий давно почитается столичным шоу-бизом. Соответственно, званию и имидж – в меру классический, в меру импозантный. Как истинный армянин, Мартиросян ценит вещи дорогие и изысканные. Например, из часовых брендов он выбирает наиболее именитые, а потому в его арсенале имеются хронограф Вашерон Константин 2010 года выпуска в бочкообразном корпусе из розового золота. За мануфактурный калибр и солидный вид Гарик Юрьевич в свое время выложил порядка 3 миллионов рублей. И еще одна модель, приглянувшаяся комику – хронограф Брегге 2005 года выпуска. Весьма достойный мануфактурный экземпляр стоимостью чуть меньше 1 миллиона рублей. Павел Воля. Павел Алексеевич – постоянный ведущий и резидент Comedy Club. Человек во всех сферах деятельности весьма преуспевающий. Никакой другой бывший КВНщик не может похвастать такой востребованностью. Воля не исчезает с голубых экранов ни на мгновение. На одном канале он мелькает в рекламном ролике, на другом выступает в качестве киноактера, ну и так далее. Совокупный заработок позволяет Павлу носить часы, если не самые роскошные, то совершенно точно обладающие всемирно известным именем. Например, хронометр Омега в черном керамическом корпусе с гелиевым клапаном на 10 часах, стоимость которого составляет больше 800 тысяч рублей. Есть в коллекции шоумена и вечная классика от Улисс Нардин 2014 года выпуска в стальном корпусе. Помимо керамического безеля и мануфактурного калибра, часы обладают фирменной цифровой апертурой второго часового пояса и апертурой большой даты. Функционал модели по традиции вписан в прямоугольник. Стоимость такого экземпляра от 600 тысяч рублей. Михаил Галустян. Еще один суперудачливый выходец из клуба веселых и находчивых, в отличие от своих коллег, с недавних пор еще и запевший под творческим псевдонимом «Супер Жорик», явно благоволит элитным швейцарским брендом. В клипе персонаж Галустяна выглядит олиповато и забавно. Зато на руке его, кажется, мелькает Rolex Daytona. В жизни же Михаил предпочитает носить канонические наутилусы Patek Philippe с индикацией фаз луны, даты, дня недели и месяца. Примерная стоимость порядка 4,5 миллионов рублей. Также имеется у Михаила Сергеевича более демократичная модель в стальном корпусе с черным ПВД-покрытием. Водонепроницаемость модели – 1000 метров ровно. Сергей Светлаков. Сергей Светлаков – еще один пример того, как может взлететь человек после удачного старта на сцене Театра Центрального Академического театра Российской армии. Помимо мощного творческого потенциала, экс-резидент Comedy сегодня востребованный кинопродюсер обладает бизнес-жилкой, которая позволяет ему реализоваться еще и как ресторатору. В Астане вполне успешно работает открытый им бар-караоке «Золото». Инспектируя заведение, Сергей обычно надевает на руку стальные Audemars Piguet с синим гелишированным циферблатом. Другой премиальный швейцарский бренд, которому он благоволит, называется Bell & Ross. По крайней мере, модель с децентрализованным индикатором запаса хода регулярно появляется на запястье Светлакова. Евгений Петросян. Мэтро отечественной эстрады, в совершенстве овладевшего юмористическим конферансом, мы оставили напоследок. Евгений Ваганович даже после расставания с не менее звездной супругой остался человеком весьма состоятельным. И кисть его руки продолжает украшать часы далеко не дешевые. В число последних, к примеру, входит «Вечник» в золотом корпусе от швейцарской марки IWC. Мануфактурный калибр с 7-дневным запасом хода и отменный декор обошлись обладателю часов в чуть больше, чем 2 миллиона рублей.
Еще одна мгновенно узнаваемая классика – культовая «Большая секунда» Джейки Дросс с символической восьмеркой на циферблате. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. А в комментариях поделитесь, какие часы из этого видео понравились вам больше всего.